Гагаузия на самом деле это очень примерный регион. Сейчас тоже так? Конечно, так. Очень примерный регион страны на развитие этого проекта. Может быть, потому что в Гагаузии есть еще эти древние, скажем так, обычаи, где очень уважают старших, где есть совет старейшин и так далее, и так далее. И прислушивается. Я вам скажу, я лично был на открытии каждого из бюро заботливых бабушек и дедушек во всей республике, во всех регионах республики, был и в Гагаузии. И был и в Чадарлунге, и был, конечно, в Ихкамрата и так далее. Я вам скажу, очень замечательные люди, очень образованные, очень взаимоуважаемые и так далее. И их очень уважает общество.